Привет, меня зовут Веруша, и сегодня я сделаю макияж, выделю глаза, придам сияние коже, но при этом все будет смотреться естественно. С самого начала я протру свою кожу освежающим лосьоном от Bobbi Brown. Подготовлю свои губы, нанесу Carmex. Я это делаю для того, чтобы губы, дойдя до макияжа, красиво выглядели и были увлажненными. Нанесу от Bioderma крем, который я использую каждый день. Он увлажняет кожу и матирует. И массажными движениями я аккуратненько втираю в кожу. Под глаза я наношу крем от Kiehl's Bestseller с авокадо. Сегодня я буду использовать тональный крем от Eveline, который я тестировала в прошлом своем видео. Цвет у меня 30 Sun Beige. Этот цвет для меня немного светловат, поэтому в него я буду добавлять цвет Golden от Bobbi Brown. У меня нет каких-то явных изъянов кожи, поэтому слегка касаюсь кисточкой, чтобы выровнять общий тон и не более того. Беру консилер и наношу под глаза пальчиками. У меня под глазами синие венки, поэтому я беру такой песочный цвет, чтобы мне перекрыть синеву. Слегка припудриваю рассыпчатой пудрой, чтобы зафиксировать только под глазами. Далее я беру стик и буду делать им коррекцию лица. Здесь, здесь. Растушевываю я очень хорошо. Также я скорректирую носик. Сделаю его потоньше. Я наношу румяна. Наношу я вот таким образом от верхней части скулы до нижней. Беру палетку от Huda Beauty Nude Medium и наношу верхний цвет на все веко. Веду я дальше окончание глаза. Коричневым карандашом от Art Deco, 4 номер, я буду рисовать подводку. Подводка должна украшать ваш глаз, поэтому очень важно научиться рисовать именно для вашей формы глаза подводку, которая будет наиболее красиво смотреться. Далее из палетки от Anastasia Beverly Hills Soft Glam я беру оттенок Sultry и продлеваю подводку и веду наверх. Растушевываю пушистой кисточкой. И увожу так, чтобы у меня все слилось с моей кожи и край не было видно. Также я оставляю веко светлым, а вокруг века тоже растушевываю. Коричневым карандашом тем же прорисовываю ресничный край и крашу внутри. Также я прохожу снизу тенями от Huda Beauty. И объединяю верх с низом. Наношу тени до середины глаза. Беру любимый карандаш от Bobbi Brown Illuminate. Буду наносить на подвижное веко и внизу. Доходя до середины, я растушевываю уже карандаш, чтобы он влился в тени, в которые я уже наносила. Внизу я наношу до середины глаза. Приступая к бровям, буду рисовать их карандашом от Vivienne Sabo, 3 номер. Расчесываю сначала, приподнимая наверх. И движениями, как у меня растут брови, так я их и рисую. Ресницы я буду красить коричневым цветом тушью от Lancôme. Чтобы придать такой кукольный взгляд, я прокрашу ресницы внизу. Сделаю сияние кожи с
палеткой от Huda Beauty. Возьму цвет Занзибар. Карандаш для губ у меня от NYX Nude Beige. Я рисую карандашом всегда чуть выше, чтобы губы сделать больше. Далее из палетки от Smashbox я беру вот этот оттенок, коричневатый. Затем я беру блеск от Bobbi Brown, цвет Bellini. И наношу сверху. Зафиксирую все спреем от MAC. Вот и все, мой макияж готов.